Всем привет, с вами Аракас и Джокер 9, и мы играем на Хайпикселе в режиме Adventures. Всем привет. Так. Мы пока что снимаем вдвоем, потому что других нету пока что, и... Два водных херобринца. Ага. Отжимай. Все, я там. Я тоже сейчас буду. Я там. Моей... Выходи, выходи, лобби пиши. Лобби, 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 я тут. И нажимай опять на херобринц. Ну, сейчас, подожди, вот. И что тебе написал, ты третий? Да. Все, мы будем вместе. Сейчас четвертого человека дождемся. О, Саид зашел, Саид зашел. Реально? Таскфорс это Саид. Где? Это я ему отдал эту лицуху. Откуда у него лицензии еще? Это я ему дал. Он теперь сможет спокойно снимать и все такое? Не знаю, наверное. О боже, а там можно скин менять на этой лицухе? У него там скин Стива. Нет, а там все равно Стив... Ой, скин можно менять? Наверное. Понятно. Ну блин, почему так долго? Вы на записи говорите о Саиде? Да. Кстати, кто это такой Слин 86? О, там причем... С нами какой-то чувак Слин 86, прикол. И еще какой-то чувак, и я застрял в блоках. А-а-а, нет! Да, не забывай, а вот. Спасите! Нет! Нет, ты тут стоишь и тупо вниз смотришь. Нет! Я лагаю. Ну что это за чувак, а? Рем Томов, блин. Я сейчас перезайду. Чего? А это вообще какой-то Слин 86. Нет, ты вышел. Я тут, но я лагаю. Блин, поломайте... надо будет в первую очередь убить Рея Антонова, потом... Поломайте ему блоки подо мной. Нет, я застрял. Под тобой блоки ломать? Да. Блин, тут режим этого стоит. Что нужно сделать, чтобы я отлагал? Тут уже приключение стоит, из-за этого я не могу. Нет, нет. Сейчас все равно все начнется, и мы успеем. Нет, чтобы началось, надо вон туда бежать, к железной двери. Кстати, Арака, беги, самый первый, там есть сундук, и там железная броня и меч лежит. Хард моды, нормал моды, нормал, нормал. А, мне пишут, типа, я на нормал моды играю. Тут какой-то Слин 86 вообще взял, сломал кнопку хард моды. Теперь нету. О, мы начали. Ты теперь тут? Да. Спокойной ночи. А, тут монстры. Ай. Вау. Я себе три пары забрал. Армично. Армично. Чего? Эй, нет, нет. Ой, Жанни. Это чувак взял, все подобрал. Кстати, собирает. Зомби этого. Чем мне бить кулачком? Сейчас я дам меч. У меня два их. А, ну так мы все втроем вот в тиме, так что я этому слин был, дам тогда на грудь. Угу. Так, блин. Пошли блин. Армич куда-нибудь отойдем. Надо было дать слин на грудь. Пошли вон туда. На тебе слин на грудь. Вот зомби. Я зомби-то офигел Виктора мочить. Так, Виктор. Ладно, давай, чувак. Дай мне шлем и меч. На шлем. Ой, меч. Шлема нет. Ладно. Все, побежали, армич, я почти что полностью знаю эту карту. О, он у нас. О, скелет. Скелетов надо побольше убивать. За их кости много чего. Если что, если я шлем выбью, я дам. А, нет. Куда это еще один зомбак? Ладно, блин. Стоп, мы, кажись, Бобом Марли тут играли на этой карте. Ой, я не помню. Я похож. Его... О, давай, выпадите мне сначала. Ну, когда впервые находились, я зашлила сначала на перезет, а потом на этих картах. Вот там нагрудник. Вот там нагрудник. Ой, я нагрудник подобрал. О, тут можно кучу ломать. Эй. А, сколько вас тут?
Кстати, если ты умрешь, ты заново возродишься, и вещи не пропадают, если что. Ай-яй-яй-яй-яй. Я сзади помогаю, если что. А у меня зачарованные ботинки. На, тебе, ну хотите все. О, слин. За 4 хп, а у меня... А, надо вот слинка замочить. Нет, я не мог. Короче, мы все вчетвером Дима еще. Мы друг на друга нападать. Слинг 86к. Да, надо что. Кстати, может, чтобы он на нами шел. А, мы и так все здесь. Ира. Ой. Нарядили зомби, блин, херобриды. Слин, дай мне. А, жалко, он не знает. Почему я в чате написал стопы? Ты не писал стопы. А ты вообще хочешь, чтобы я написал? У тебя нету случайно этот? Че я пишу? Че за фигня? Блин, когда нас выпустят? О, выпустили. Это сундук видел. Квест один. А, там где-то крипер. Блин, нашел его. Иди один. Ну, дорогие, вау, я! У меня есть замок на чарованный меч, что убил! Респавн. У тебя нету зачарованного меча лишним? Нет, есть только лук зачарованный. И шлем. Чувак. А лук на чё зачарен? Его, слинк или как там? На чё у тебя зачарен лук? На бесконечности. О, дай мне, у меня есть стрела. У меня тоже. Ну дай лук, у тебя меч есть. Пока сейчас. Он меня пропал. Я пронепил как-то два железных. Нет, это не считается. Дай, пожалуйста. Далеко он почти сломан. Это жалко. Так, мы оттуда, по-моему, прибежали, но в ту сторону. Полк строим. Пошли босса убить. О, там мой скелет. О, тут слева. Которую нельзя подобрать. Давай, скелет. Эпичная битва. Ой. Извини, скелет. Что-то... Не нажимай на эту кнопку, это босс будет. Нажимай на эту кнопку. Все, давай, нажми. Та-да. Ну вот, с нами этот слинг 86. А, мы все в четвером. А, нет! Нет! Там мой меч! Я туда меч кидал, вон в воронке оказался. Я сейчас за всяким мусором кидал. А, он не крипит? Эй, я думал, голова крипера выпадет. Ну, это вообще все какие-то странные. О, стыдвай. Кстати, скажешь, сколько у тебя таких бородам? У меня две. Блин, мне меч нужен. Ты кулачком всех убиваешь? У тебя нет меча, слин? Ой, слин. Аракас. Нет, давай поменяемся, ты мне меч, а я тебе лук. Я с мечом. Я с луком не умею. А у меня тоже, давай. Где ты? Аракас, иди ко мне. Нажми, я книжку читаю. Да срать на эту книгу. Давай, Дамяцкий бородан. Вот он пулемет. Дамяцкий бородан. Офигеть, благодаря тебе пулемет. Надо. Я тебе могу один стрик, а ты мне. Дай, пожалуйста, мне. Сейчас, обнимай пол.
кстати, как огневую будете, дай пожалуйста. В моих глазах убили. Дай меч, пожалуйста. Сейчас он умеет. Верни мой меч, братан, верни мой меч, если я друг, ну верни мой меч, на, верни мой меч, 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 give me my меч, ну братан, ну верни мой меч, о да, он услышал меня. Ты ему дай лук. Я ему отдал уже. Кстати, тут обоз скелеты сушите. Ау, реальный? Да. Нафиг. Потом где интернет, там будет босс типа скелета. Так, где утарь, где утарь? Хочу стерпеть его. Да, это? Мне адских продал. А, давай, кстати, когда ты дохнешь, это, у тебя вещи не выпадают. Я знаю. Берши маган этот. Ну это что-то я тоже не выпущу. Мы не даем зомбаку загасить тебя. О. Только не ты почему-то зомбаком был загашен, а кто-то другой был. Сердечко, мои ракаты, я бой! Что так темно? А, скелетосушитель, босс! Я думал, сам иссушитель, блин! Ну, а это кто? Иссушитель, который с тремя головами, это обычный скелет. Ой, фуй ты! Это с тремя головами иссушитель, ты думаешь? Когда вот здесь откроется, интересно? Надо будет... Вот здесь, короче, откроется этот... Босс тупой, мы его сейчас просто только так забьем. Где он? А вот он, Валка. Хмель с косой, блин. А, иссушение. На, иссушение, иссушение. Вы его убили? Нет. Почему там салют был? Что за чувак? Не знаю. Это хайпикси? Мы его даже пошевелиться не даем. Наверное, это осушитель или весь этот скучный меч. Мы его бьем. Кому-то вообще меч там сломалось. Смотри. Вон туда забивайте скелета, вот здесь дырка открыта. Давайте, бейте его. За кого он находится? Аракас, беги ко мне.
Беги ко мне, беги ко мне лучше. Давай, беги ко мне, беги, беги. Бегу. Говно, я упал. Забивай его, вот яму забиваем. Яму, все шмителя. Яму. Блин. Аракас, поднимись наверх. Поднимись наверх. Давай, сушитель хороший, сушитель. Вон туда его скинуть надо. Реально? Так его надо победить? Ну его, короче говоря, туда скинуть надо. Вот ковно я чуть-чуть не попал, ковно. Давай, давай, гони. Гонись за мной. А, слинга убил. Давай, иди сюда, сушитель. Ух ты ж, я веду пачка. Да блин, вы отойдите от него. Отойди, Аракас, от него, пусть он выйдет. Аракас, дай ему выйти. Давай, выбивайся, выбивайся, козел, выбивайся. Давай, козел, выбивайся. Выбивайся, пошли за мной, если ты хочешь. Он тот дебил, он должен выйти. О, беги ко мне, беги ко мне. Вы со Спарта. Блин, кто его опять туда забил? Блин. Не забивай. Выйди, выйди, Аракас, выйди. Он на меня охотится. Давай, 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 я тут стою. Давай, давай. Давай, 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 блин, не туда. Давай, ты его скинешь, я тебя верю. Вы наоборот, противоположное направление, ходите не там, где я. А и сушитель умный. Я чуть-чуть. Давай, сушитель, я верю в тебя, ты сможешь. На тебе сушитель! Эй! Говно, он перелетел. Блин, опять перелетел. Давай, и сушитель, давай. Это как я не умею вот так Спарту делать. А ты так не умеешь. Отойди, Аракас, отойди. А ты так не умеешь Спарту делать. А ну-ка, иди. Красава. У меня 70 душ. О, боже. Я нужное забрал. Квест лок. Я лок забрал. А, квест третий надо победить. Что-то какая-то фигня. А нет, квест четвертый. Так, извините, мне звонить. Ну, да, мы да. Продолжаем съемку. Все, тихо, Армич, прячься. Тут надо скелету в глаза стрелять. У тебя лука нету, да? Откуда бы? Выси Спарта, выси Спарта, выси Спарта, выси Спарта. Кстати, тут летающие криперы. Они питеры. Тут надо спрятаться, чтобы тебя не убили. Тут еще горячий скелет. Ой, нет, крипер, ты меня не видел, нет! Ты меня не видел, меня никто не видел. Спасаем чувачка. У меня больше всех очков. Привет, летающий крипер. Пока, летающий крипер. Тихо. Вы не подойдете сюда. На-на-на. Не подходите сюда лучше. И почему скелеты не с луками, а с мечами? Это специально скелет. О, скелет берет вами. Ты бы видел, как этот пулемет стреляю. Эй, они не горят в лаве, что ли? У меня сервер завис. Вы тут? Дай. Да, я. О, боже. Ну и на этом серия оканчивается, так как у меня неполадки с интернетом. И если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Аракас, Джокер 79 и также Слинг86. Как вы могли видеть по видео, все танцуют локтями от команды Минигейм, он тоже в мини-геймах. Это мы просто прикалывались, он отключил микрофон и все такое. И всем пока!